Всем привет! Вот хотел бы поинтересоваться вашим мнением. 22 сентября 2021 года совершено покушение на убийство Сергея Шефіра, лучшего друга Зеленского, и многие злые языки называют, что это кошелек Владимира Зеленского, президента Украины. Вот как вы считаете, это реальное покушение на убийство? Или это хрень, которая отвлекает нас от каких-то очень важных происшествий или событий в Украине? А может быть, это специально сделано для того, чтобы больше закрутить гайки, толкнуть Зеленского на более, так сказать, решительные действия в зажатии гаек в стране? Напишите ваше мнение в комментариях.